За проявленный героизм, самоотверженность и профессиональные качества участникам событий на шахте «Абайская» компания «ArcelorMittal Темиртау» вручила автомобили. В угольном департаменте были награждены два сотрудника шахты «Абайская» – Наталья Денищук и Махамад Исмаил Мадмаров. На торжественном собрании со словами благодарности выступил директор угольного департамента АО «ArcelorMittal Темиртау» Арман Калыков. В тот день наши сотрудники в той такой ситуации, опасной, страшной ситуации, нашли в себе силы, чтобы принять правильное решение в тот момент, рискуя своей жизнью, чтобы предотвратить развитие той ситуации, той страшной ситуации, и не привести, которая могла привести к более страшным последствиям. Мы уже знаем, что вы награждены государственными наградами. Ну и примите в этот день от нашей компании, компании ArcelorMittal, вот эти подарки, ключи от новых автомобилей. В тот день подземный электрослесарь участка подготовительных работ номер один Махамад Исмаил Мадмаров проявил особый героизм. Он провел спасательные действия по оказанию первой помощи своим коллегам. В результате был спасен проходчик Элайдын Зейналов. Конечно, такой подарок очень приятно. Ну, как бы в этой ситуации как бы не думаешь об этом, кто что скажет. Знаешь, что идешь туда, там твои родные, друзья, близкие, коллеги. Ну, как бы тяжело вспоминать об этом. Ну, буду думать всегда. Они всегда остаются в наших сердцах. Хочу пожелать каждому в новом году безопасного труда. Сколько спусков, столько выездов. Семьям здоровья. Ну и компании хочу сказать спасибо, что поддерживают в такой трудный час. Ключи от автомобиля «Лада Гранта» вручили и Наталье Денищук, которая работает на шахте больше 30 лет. За весь период профессиональной деятельности она показала себя как грамотный специалист и добросовестный работник. 7 ноября 2021 года, приступив к работе, женщина обнаружила повышение концентрации метана в забое и вовремя произвела отключение электроэнергии. Благодаря ее действиям, профессиональным, оперативным и четким, удалось избежать больших трагических последствий. Анастасия Ходорева, Кристина Кириченко, Арман Бектубаев. Новости Темиртау.